Армения вновь по-своему понимает принципы международного права. Об этом, как передает канал 13, заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лила Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД Армении, который обвинил азербайджанскую сторону в создании напряженности на границе, утверждая, что Азербайджан, якобы нарушив международное право, оккупировал территорию Карабаха. Прежде всего, напоминаем армянскому МИД, что нарушение Армении основополагающих принципов международного права в течение всех этих лет является реальной причиной отсутствия демаркации границы между двумя странами на протяжении последних 30 лет. В целом, позитивно оцениваем то, что Армения наконец вспомнила о международном праве спустя 30 лет. Однако она по-прежнему понимает принципы международного права по-своему, отметила она. По словам Абдуллаевой, Армения, обвиняющая Азербайджан в том, что он, применив силу, якобы оккупировал территории, до сих пор не понимает, что страна не может оккупировать свою территорию, а может только освободить ее от оккупации. Армения должна осознать этот факт и принять новую ситуацию. Мы вновь призываем Армению нормализовать отношения на основе принципов международного права, на которые она ссылается, и проявить конструктивность в урегулировании каких-либо разногласий, подчеркнула представитель МИД Азербайджана.